мы продолжаем посещать стенды наших форумчан. Подошли к стенду Катумов. Олег Станиславович Лебедь уехал, но я вместо него расскажу про эту породу. Вот по этой ссылочке можно посмотреть большой видеорепортаж, который мы снимали у него в хозяйстве. Но информация по этим овцам такова. Катумская мясные овцы – это породная группа бесшерстных овец мясного направления. Выведены в местечко Катумы во Всеволожском районе Ленинградской области на базе овец породы Романовская Катадин. Катумские мясные овцы имеют крепкую конституцию, прочный костяк, рост выше среднего, хорошо развитую мускулатуру, камулую голову, стоячие уши, хвост средней длины, крепкие прямые, широкопоставленные ноги, бочкообразную грудную клетку. Как раз преимущественно светло-рыжий, светлый с рыжими отметинами и рыжий с белыми отметинами. Масса баранов 100 кг, масса маток 80 кг. Спокойный, флегматичный характер. Ввиду отсутствия шерсти не требует стрижки. Высокая плодовитость 220%. Матки полиэстричные, могут ягниться 3 раза в 2 года. Долго остаются репродуктивными. Да, очень жаль, что Олег Станиславович нас не дождался, но вот такие его прекрасные овечки. Найти более подробную информацию можно на farmer.ru. Тема называется «Катумские овцы, кто подскажет?». Смотрите, там Олег Станиславович очень активно участвует и рассказывает про своих овец.